Привет, меня зовут Стас, а этого крепкого и уверенного в себе малыша зовут Acer Swift X. И знаете, почему Acer умеет удивлять? Да потому что вот этот маленький компактный ноутбук даже захотел я, такой разбалованный ПК-боярин. Потому что он вроде бы как-то тоненький, легенький, металлический и такой весь красивенький, но он супер заряженный. Это представитель нового сегмента в линейке Swift. Тонкий, легкий и мегамощный. Процессор дискретного уровня, производительная графика и суперпортативность. Вот поэтому и назвали его X. Внешний вид. Стильно-металлический корпус обеспечивает удобное и функциональное использование, где бы ни приходилось работать. А батарейка с функцией быстрой зарядки обеспечивает до 17 часов автономной работы с батареей 59 Вт-часов и быстрой зарядкой. Вы спросите, ага, как его таскать в рюкзаке? Да все очень просто. Он на самом деле очень легенький. Он весит всего 1,39 килограмма. Как бы понимаете, да, что это даже меньше, чем 1,5 килограмма веса всего. А в ширину, в сложенном состоянии, он всего лишь 17,9 миллиметров. Как бы залезет в любую щель в вашем рюкзаке. Клавиатура с подсветкой и мягким ходом клавиш для удобного набора текста при любом освещении. Тачпад большой, чувствительный, а справа от него расположился оптически встроенный сканер отпечатка пальцев для безопасного входа в систему с помощью Windows Hello. Ну и самое главное в любом ноутбуке — это его начинка. Acer Swift X построен на базе серии мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 серии. Конкретно у этой модели внутри AMD Ryzen 7 Zen 3 с 16 гигабайтами памяти стандарта DDR4 и графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti на 4 гигабайта. А все ваши данные будут надежно храниться на твердотельном накопителе емкостью до 1 терабайта. Охлаждается вся эта мощная начинка в таком тонком корпусе тоже очень хорошо. Acer специально проработали отдельную систему охлаждения как раз таки для этой модели. Она состоит из кольцевого вентилятора, который обеспечивает вытягивание большего количества воздуха. Дополнительно отмечу, что клавиатура имеет специальное отверстие для увеличения поверхности забора воздуха. Но и это еще не все. Две тепловые трубки увеличенного диаметра, а также специальное программное обеспечение, позволяющее выбирать один из трех режимов охлаждения. Тихий, стандартный или продуктивный. И для того, чтобы их поменять, достаточно просто использовать комбинацию клавиш FN плюс F. Swift X, кстати, получил отличный экран. Здесь у нас тонкие рамки, Full HD разрешение, IPS-матрица, 100% покрытие sRGB и 300 кандел на метр квадратный яркость экрана. Этого всего вам с головой хватит для обработки фото, видео и для большинства других творческих, да и не только задач. Еще у ноутбука есть поддержка фирменной технологии Acer Blue Light Shield, которая как раз таки позволяет убрать паразитные вот эти синие цвета, чтобы ваши глаза долго не уставали и смотрели в этот превосходный ноутбук. Еще немаловажный фактор у ноутбука — это звук. И у Swift X он чистый и громкий, с сочными басами. А еще мне особенно понравилась технология Acer Purified Voice на базе искусственного интеллекта, которая приглушает шум, если вы участвуете в видеоконференции, например. И как мы понимаем, что в условиях последних 2 лет эта функция очень даже востребованная. Потому что сейчас все на конференциях сидят у себя дома, когда вокруг дети, коты, собаки и стиральные машинки. Ну и еще всякое другое. Котлеты жарятся, например. Что по коммуникации? Здесь, на самом деле, ноутбук запичкан всем вообще самым современным и последними разъемами. Все, что вообще нужно вам сюда подключить и подсоединить по беспроводу, здесь все это можно сделать. Есть поддержка Wi-Fi 6 AX, USB 3, Type-C. По нему, кстати, тоже можно заряжать ноутбук. Есть DisplayPort, а Bluetooth 5.1 обеспечивает быстрое и надежное соединение ноута с беспроводными девайсами. Как видите, Acer Swift X — это отличный ноутбук для людей, которые ценят дизайн, внешний вид, качество материалов и то, что ноутбук еще будет очень автономный и очень мощный. Монтировать на нем видео, обрабатывать фотографии, программировать код, что-то рисовать в 3D будет на нем очень легко и просто. Даже играть на нем можно, понимаете, да? Хотя он вроде какой-то такой тоненький, весь из себя легенький и маленький. При том, что с графикой 3050 Ti вы даже можете запустить современные AAA проекты, что немаловажно. В общем, пишите ваше мнение, как вам новенькая модель Swift X. Мне очень понравилась и надеюсь, что и вы себе такую тоже приобретете и будете довольны и использовать будете его по назначению. Ну а на этом все. Меня зовут Стас, вы на канале Acer. Смотрите другие видео у нас на канале. Всем пока!